Ресторан «Тюбетейка» – маленький уголок Востока посреди сочинских улиц. Идеальное сочетание восточного колорита, азиатского гостеприимства и современного сервиса. Мы часто приходим обедать в «Тюбетейку», потому что здесь всегда вкусно, свежие продукты и очень необычные блюда. В «Тюбетейке» можно отведать шурпу, лагман, манты, плов и даже настоящую бухарскую самсу. Мне нравится в «Тюбетейке», потому что здесь очень вкусно.